Pictures представляет. Однажды, давным-давно, в одной очень далекой стране, в сверкающем замке, жил молодой принц. И хотя у него было все, что только можно пожелать, принц был избалованный, он был недобрый, он был злой. А потом, однажды зимней ночью, старая нищенка пришла в замок и предложила ему розу за то, чтобы он впустил ее переночевать. Принцу она очень не понравилась. Он посмеялся над ней и над ее подарком и прогнал ее. Но она предупредила его: нельзя судить по внешности, потому что красоту, настоящую красоту, можно найти только внутри, в душе. И когда он прогнал ее, эта старая нищенка превратилась в прекрасную волшебницу. Принц постарался извиниться, попросить прощения, но это было слишком поздно, потому что она увидела, что в его сердце нет любви. И в наказание она превратила его в страшное чудовище и наложила заклятие на замок и на всех, кто там жил. Чудовище, стыдясь своей ужасной внешности, спрятался в замке и не выходил больше на улицу, и волшебное зеркало было единственным окном во внешний мир. А эта роза действительно была волшебная роза. Она должна была цвести до тех пор, пока ему не исполнится 21 год. Если он полюбит кого-нибудь и завоюет любовь какой-нибудь девушки до того, как упадет последний лепесток, тогда заклинание будет снято. Если же нет, то до конца своих дней он останется чудовищем. Годы шли. Он впал в отчаяние. Он потерял надежду. Потому что кто может полюбить чудовище?